Пока военные трудятся на благо экологии, спасатели оттачивают профессиональные навыки. В Мурманской области завершилась всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Участники тренировки отработали порядок эвакуации при чрезвычайных происшествиях, провели комплексную проверку систем оповещения населения. Ну а спасательные формирования организовали учения по осаждению аммиачно-воздушной смеси и поиску пострадавших в рыбном порту Мурманска. Условные пострадавшие были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Кроме того, была произведена эвакуация из близлежащих зданий, которые могли попасть в зону возможного заражения. Всего в штабной тренировке на территории Мурманской области приняли участие 2708 человек, 276 единиц техники. Всероссийская тренировка по гражданской обороне проводится ежегодно. Силы и средства РСЧС и гражданской обороны Мурманской области приняли участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Тренировка проводилась в период с часа ночи до 19.00 2 октября. Все цели и задачи штабной тренировки выполнены в полном объеме.